Внимание! Все денежные вклады вы делаете сами на свой страх и риск. Всем здорово. Будь здоровый, как корова. Короче говоря, наконец-то я накопил чутка сатошиков биткоина и буду выводить из проекта ClickFight. В общем, игра незамысловатая, но в принципе и глубокая. Тот, кто играл в MMORPG, тот поймет. В общем, здесь все есть. Кланы, альянсы, вары и т.д. и т.п. Но и есть, естественно, прокачка с заработком денег в реале в виде сатошиков биткоина. Платит с 2014 года. И я уже здесь вывел, наверное, баксов 50, если считать с тем курсом, с нынешним. В общем, 1364 сатошика я насобирал. Квест еще сегодня не выполнял, так как лень. Напоминаю, в эту игру я играю, наверное, ну так плотненько, наверное, месяц, даже меньше. А вообще, я про нее услышал еще в прошлом году. В общем, у меня есть гайды по этой шпилке, как тут развиваться, как не повторять моих ошибок, потому что я раньше криптосы вообще не знал, куда их нужно тратить. В общем, мой совет вам, качайтесь быриком до 10 левела, вступайте в клан, здесь он называется ассоциации, и там все спрашивайте. Хотя я уже столько роликов по ней записал, столько мини-гайдов, что я думаю, там вам и так будет все понятно, с чего начать, как не протупить и как потратить криптосы в нужное русло, чтобы развить своего перса и нагибать все по бырику. Ну и здесь есть еще эти... Как это называется? Competitions. Господи, как это по-русски? Соревнования. О, соревнования. И за соревнования, за всякие призовые места вам дадут вплоть до 20 тысяч сатоши. В общем, в прошлом соревновании я занял какое-то там хрен знает какое место. И дали мне 1000 сатоши. В общем, я даже не понял, за что и как. Я просто шпилил, наверное, и выполнял... за эту задачу, и, короче, как-то зацепило меня, и я оказался в этих призерных местах. Ладно, давайте выведем сатошики. Выводится на Faucet Pay, желательно, если у вас не триллион сатошей, и вам пофиг на конскую комиссию. Так, payout, Faucet Pay выбираем. Нужно теперь указывать биткоин долбанный адрес. Раньше нужно было мыло указывать с Faucet Pay. Не знаю, что они так это все переделали. Так. И сколько я хочу вывести сатошиков? На Faucet Pay комиссия 2%. То есть, если минималка на вывод 10 сатошей. Если вы будете выводить 10 сатошей, то 2 сатоши у вас, ну не 2, а там 1 или сколько там у вас заберут. Ну, это, короче, лучше выводить не 10 сатошей, потому что это сильно уныло. Короче, выводите кто сколько может, но не мне вам говорить, короче, сколько кому что по деньгам выводить. Но я стараюсь выводить хотя бы там больше, чем 10. Сейчас я буду выводить где-то по 1000, может поменьше чутка, потому что я чутка раскачался, в общем. И теперь чувствую себя в этой игре более-менее нормально. Так. Ну все, и там вам на почту придет письмо, вы подтверждаете его, и вам в течение дня, ну обычно это через час, через два, приходит все на Faucet Pay. Так что ничего сложного, ничего сверхъестественного. Я думаю, в этой игре даже Додик разберется, тем более, если есть куча видеогайдов в интернете. В общем, смотрите, не обляпайтесь. Желаю вам успехов. Ну и всем удачи. Пока-пока. До новых встреч. И, конечно же, поменьше скама. Поменьше скама, друзья.